В Литературном музее имени Достоевского открылась выставка «Петербург Достоевского в акварелях Риммы Камкиной». 18 октября Римма Петровна отметила свой 85-й юбилей, а выставка – подарок художнице от музея. Пожелать тебе, Римма, хочется счастья, радости и добра. Осень жизни и осень творчества – золотая твоя пора. Так поздравила художницу омская поэтесса Татьяна Четверякова. Сама Римма Петровна о цифрах говорить не хочет. «Не юбилейте», цитирует она Маяковского. «Петербург Достоевского в акварелях Камкиной наполнен тайной и тревогой, как и полагается, самому фантастически романтичному городу России». Этот город замечательный, он сказочный. И вместе с тем в этом сказочном городе где-то в подвалах под чердаками живут маленькие, незаметные, страдающие люди. С юных лет художница не расстается с любимыми авторами – Пушкиным, Достоевским, Маяковским – и черпает в их творчестве вдохновение. Сквозь современность она проникает в прошлое, видит город в акварелях и, самое главное, передает сиюминутное настроение природы и человека. Акварель учит меня. Мне кажется, я ей владею, а она мне другой раз подсказывает. Вот она не так. Она прихотлива, она повернула в другую сторону. И вдруг я увидела совершенно другое. В легких цветовых переходах можно увидеть настоящий мрачный Петербург Достоевского. Отличительные особенности работы Риммы Петровны – это динамика движения в, казалось бы, застывших улочках, мягкость рисунка и сиюминутность. Петербург Достоевского, Петербург Пушкина у Камкиной свой, потому что она смогла создать такие акварели, которые не повторяются ни в творчестве ни одного художника. Они совершенно оригинальные. Здесь и серия иллюстраций к роману «Братья Карамазовы». К жанру иллюстрации Римма Камкина обратилась совсем недавно, в 2013-м. На бумаге она запечатлела образы столь сложных персонажей Достоевского. Для этого пришлось даже экспериментировать с техникой. Вместе с акварелью художница использовала пастель. Посмотреть работы художницы можно до 10 ноября. Денис Ионас, Ксения Бессараб, Александр Филиппов, Антенна 7.